Представители азербайджанского тайского бокса, или еще как его называют, муай-тай, вернулись на родину после участия на молодежном чемпионате Европы. Так вот, этот турнир прошел в Анкаре. Он стартовал 20 марта и завершился 28 числа. Россияне завоевали 17 медалей. Одна золотая, 6 серебряных и 10 бронзовых наград. И вот золото выиграла Эмили Рзаева, которая соревновалась в муай-тай в весовой категории 67 килограммов. Это ее не первая победа уже на различных первенствах Европы. Она специализируется в 5 различных видах единоборств. Конечно же, первое, о чем я подумала, это то, что все мои старания, они были не напрасны. Я была очень счастлива, и у меня появилось еще больше мотивации идти к высотам, к вершинам. И, конечно же, я благодарна своему папе, всем своим тренерам, которые старались, помогали мне. Недавно Эмили Рзаева вернулась с других соревнований, поэтому у нас было не так много времени на подготовку к чемпионату Европы. Но несмотря на это, она показала свою силу, взяла золото. Теперь она двукратная чемпионка Европы по тайскому боксу.